Оценки за индивидуальное мастерство 8-7. Синхронность исполнения 8-8,5-8. 46-20. Команда России задней стойки полуоборот назад. Оценки за индивидуальное мастерство 8-8, синхронность исполнения 8,5-8,5, 8-9-8, 49-20. Команда Малайзии из передней стойки полуоборот назад согнувшись. Индивидуальное мастерство 9, 7,5, 8,5, 9. Синхронность исполнения 9, 9, 8,5, 9, 8,5. Команда Китая из задней стойки полуоборот назад согнувшись. Оценки за индивидуальное мастерство 8,5, 8,5. Синхронные действия 8, 8,5, 8,5, 8,5, 9. 51 балл ровно. Оценки после первой серии. Команда Канады из передней стойки полуоборот назад согнувшись. Индивидуальное мастерство 8-7,5, синхронные действия 8,5-8,5, вторая оценка 8-8, 8,5-8,5. Команда России исполняет из передней стойки полуоборот назад согнувшись.
Индивидуальное мастерство спортсменок 8,5. 8. Синхронные действия 8. 8,5. 8,5. 8,5. 8. На старте команда Малайзии. Задние стойки. Полуоборот назад, согнувшись. Индивидуальное мастерство 8,5, 8,5. Синхронные действия 9, 8, 9, 9,5, 8,5. Команда Китая из передней стойки полуоборот назад, согнувшись. Индивидуальное мастерство 8-8. Синхронные действия 8-9-8-8-7,5. После второй серии лидерство захватила команда Малайзии. Третья серия. Команда Канады из задней стойки 3,5 оборота вперед в группировке. Оценки за индивидуальное мастерство 5,5-7. Синхронные действия 7,5-7. 7,5-7,5-7,5. 67-20. Оценка за прыжок. Команда России исполняет 3,5 оборота вперед, согнувшись из передней стойки. Индивидуальное мастерство 6,5-7,5. Синхронные действия 8-7,5. 8-8,5-8,5. 69-30. Оценка за прыжок. На старте команда Малайзии исполняет тот же прыжок. 3,5 оборота вперед, согнувшись.
индивидуальное мастерство 7,5-7. Синхронные действия 8,5-8, 8,5-8, 9. 72 балла ровно получили спортсменки за этот прыжок. Команда Китая исполняет 3,5 оборота вперед из передней стойки, согнувшись. Оценки за индивидуальное мастерство 8-8. Синхронные действия 8,5, 8,5, 9, 8,5, 75, 60. Оценка за этот прыжок. И после третьей серии лидерство сохраняет команда Малайзии. Вплотную за ней команда Китая. На третьем месте идет команда России. Команда Канады в четвертой серии исполняет прыжок из передней стойки 3,5 оборота вперед, согнувшись. Индивидуальное мастерство 6-7. Синхронные действия 7,5-7, 7,5-7, 8, 63-90. Команда России из задней стойки 3,5 оборота вперед в группировке. Индивидуальное мастерство 4-7,5. Синхронные действия 7-7, 6,5, 7-7, 62-40. Команда Малайзии исполняет тот же прыжок из задней стойки 3,5 оборота вперед в группировке. Индивидуальное мастерство спортсменок 8,5-6,5. Синхронные действия 8-8, 8,5, 9, 8,5, 76-80.
Команда Китая исполняет тот же прыжок из задней стойки. 3,5 оборота вперед. Группировка. Оценки за индивидуальное мастерство 8-7,5, синхронные действия 8,5-9, 8,5-8,5-8,5, 78-72. И команда Китая захватывает лидерство после четвертой серии. Около полуфинала проигрывает ей команда Малайзии, на третьем месте команда России. Заключительная пятая серия. Команда Канады из задней стойки 2,5 оборота назад с 1,5 винтами. Оценки за индивидуальное мастерство 7-6, синхронные действия 7,5-7,5, 7-7-6,5, 66-24. Команда России исполняет тот же прыжок, 2,5 оборота назад с 1,5 винтами. Индивидуальное мастерство 7-7,5. Синхронные действия 7-7-7,5. 6-7-68-16. Команда Малайзии с задней стойки 2,5 оборота назад с 1,5 винтами. Индивидуальное мастерство 7-7,5, синхронные действия единогласно 8,5 баллов. 76-80.
На старте команда Китая. 2,5 оборота назад с 1,5 винтами. Индивидуальное мастерство 8,7,5, синхронные действия 9,8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5. И команда Китая одерживает победу в первом виде наших соревнований. Победителей и призеров соревнований женщин в прыжках с вышки награждает госпожа Мелани Бек, директор Diving World Series, директор соревнований мировой серии по прыжкам в воду и ответственный секретарь Федерации прыжков в воду России Анатолий Тепляков. Third team and bronze medal goes to Russia, Gudlunova Julia, Moncharova Natalia. Третье место заняла команда России, Юлия Колтунова, Наталья Гончарова. Second winner and silver medal goes to Malaysia, Pam Pandelela Rinong Leon Hunyi. Второе место у команды Малайзии. Пандела Ринонг Панг Мун Е Пон. And the winner, gold medalist of the fourth leg of Diving World Series 10-meter synchro platform, team of China, Sai Haiyi Lu Huixia. Победителями соревнований стала команда Китая, Си Яле Лю Хуйцзя. Please stand up for the national anthem of China.